Да, такого снегопада за все свои 9 жизней не видел. Придется расчищать. Расчистим. Интересно, что мне родители на Новый год подарят? Вот в прошлом году была книга «Лабиринт Минотавра». Интересная или полезная? Интересная. Там в лабиринте чудище жило с головой быка. А, ну это бесполезное какое-то чудище. Ест много, а молока не дает. Что ты говоришь, совсем ополоумел? Проходу не дает. А я давно тебе говорил, Шарик. Зря ты шампунем с луговыми травами моешься. И что же мне делать? Грязным ходить, по-твоему? Лопату бери. Гаврюшу лопатой? Ты балбес! Ну, при чем тут Гаврюша? Снег расчищать пойдем. Давайте мы снегом лабиринт Минотавра построим, как в книжке. Ура! А кто такой этот Минотавр? И зачем мы сюда вернулись? Сидели бы сейчас в Простоквашино, кучу нервов бы сберегли. Дорогая, просто кто-то вместо костюма Деда Мороза взял с собой в Простоквашино пакет с мусором. Ты мне будешь каждую минуту об этом напоминать? Ну как, нормально? Странно. Из-под бороды Деда Мороза выглядывает борода моего мужа. Может быть, ты ее слегка совсем сбреешь? Вот еще. Ладно, добавим еще ваты. Мама! С наступающим, мои дорогие! Вас там, наверное, снегом замело? Нет, мы из снега лабиринт построили. Вот. Как же папа теперь мешок с подарками найдет? Он его во дворе спрятал. Не переживай, мам, найдем. Шарик схему лабиринта нарисовал. До темноты нужно мешок найти. Шарик, давай схему. Схему? Так я ее, съел. Ну, ты, Шарик, даешь. Так это чтоб интересней было. А то что это за лабиринт, если сразу знаешь, где выход? Эх, Шарик, чудище ты с головой собаки. Вот заблудимся из-за тебя и без подарков останемся. Не ссорьтесь. Мы у входа нитку привяжем и по ней обратно выйдем. Как в книжке про Минотавра. Ой, опять тупик. Ничего, еще пару ходов проверить осталось. Давайте, веселей. Это хорошо, что еще мы не в египетских пирамидах бродим. Это почему? А в тех лабиринтах еще и мумии попадались. Вперед! Токи-токи, можно? Можно, если недолго. Да я, собственно, вас поздравить заглянул. А что? Дядя Федор со своей фауной отсутствует? Их присутствие вот-вот возобновится. Ой! Ну, тогда, чтобы времени не терять... О! Ваши игрушки, Игорь Иванович, опасны для моего здоровья, а значит и для вашего. Мумия! Смотрите, никакая это не мумия, а почтальон наш, Печкин. Спасибочки! Только это не мой мешок. В моем письма были посылочки. А тут ерунда какая-то! Ух ты! Папин мешок! Ура! Подарки нашли! Да, ура-то, ну, конечно, ура! Только как теперь мы обратно дорогу найдем? Минотавр! А-а-а! Гаврюша, Минотаврик ты мой! Пойдемте скорее домой! Там наши мама и папа едут! Я всегда говорил, что Простоквашино – это волшебное место. И я хочу, чтобы это волшебство никогда не заканчивалось. С Новым годом, друзья! С Новым годом, Простоквашино! С Новым годом! В небе синем
со снежинок хоровод. А это значит Новый год. И это знает даже кот. Если загадать желание со снежинкою в руке, желание окажется в подарочном мешке. Я загадаю торт, а я большую ложку. Я съем большой кусок, а он большую крошку. А то, что я у Дедушки Мороза попрошу, расскажу, как только этот список допишу. Что у дедушки в мешке? Знает только мама. Что у дедушки в мешке? Что там? Надоело. Это не отдых, а тренинг на выживание какой-то. Ванны нормальной нет, солнце раз в три дня, ни одного приличного ресторана на 100 километров. Я хочу отдыхать на курорте. Дорогая, Простоквашино лучше любого курорта. Зачем тебе ванная, когда есть чистейшая речка? А мне нужны целебные грязи. За камышами посмотри, сейчас как раз вода спала. Мне нужны омолаживающие процедуры. Лучшее средство для омоложения – это крапива. Ой-ой! Дорогая, давай не будем менять наши планы из-за одного комара. Дело не в комаре, не в грязи и не в крапиве. Ну, тогда у меня больше нет идей. Дело в отношении. Я уезжаю на курорт, а ты занимаешься детьми. Ты не можешь меня просто так оставить. Я буду отдыхать, а папа заботится о детях. У меня очень много важных дел. Хоккей? Ну вот зачем ты так? Разве я променяю семью на хоккей? Футбол! Няне я дала выходной, дядя Федор делает уроки. Все, дальше сам. Опасная передача, и команда мам ведет в счете. Да. Почему все от меня уходят? Время такое настало. Сенокос называется. Дети, руководство нашей семьи назначило меня главным тренером. Объявляю свой тренерский план. Пункт 1 – посмотреть футбол. Пункт 2 – полежать на диване. Дальше по ситуации. Принципиальнейший матч ваших и наших состоится уже завтра. Как бы вы оценили шансы ваших на победу? Дети, вы знаете, что делать. О, да. А мне мама запретила тебе помогать. Сказала, это такой папа-челлендж. Все сам. А давай мамино решение обнулим. Мама была первой. Сперва ее указания, потом твои, пап. Все самому делать приходится. Нападающий входит в штрафную, удар в створ, ворот, гол! Всем спать. Вера Павловна, подъем! Ешь питательные вещества и пей питательную субстанцию. Идем гулять! Идем домой! Я вынужден расписаться в собственном бессилии. Я не справляюсь с родительскими обязанностями. Вы не могли бы поработать няней? Я подумаю. Я подумала и вынуждена отказать. Никто не узнает, что детьми занимались вы. Я узнаю. К
тому же ваша супруга заплатила мне за то, чтобы я ничего не делала. Лучших предложений в жизни о работе мне не поступало. Ой, ну вот, опять. Эх, ладно. Дядь Федор, а давай футбол посмотрим. Да. На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. Ну вот, все пропустил. Мама! О, вот это да! Новое слово в словаре человечества. Ради такого можно и футбол пропустить. Не думала, что когда-нибудь я такое услышу. Эх, зря мы, Матроскин, с тобой на сенокос ушли. Самое интересное, похоже, здесь происходит. Это что ж должно было случиться, чтобы папа от футбола отказался? Ничего не случилось. Футболов много, а семья одна. Хотя жаль, конечно, как там наши сыграли. Не переживай, пап. Футбол и в записи посмотреть можно. Никто же счет не знает. Добро пожаловать, дорогие любители спорта, на настоящий праздник футбола. Встреча принципиальных соперников. Вот это атмосфера. Дорогая, тебе правила рассказать? Я знаю. А это у вас тут праздник диванного боления? Так я этот матч уже смотрел. Они сыграли еще со счетом. Четыре, пять, шесть. Кот, одна штука. Восемь. Тьфу ты. Пес и мальчик. По одной штуке каждого образца. И вам здравствуйте, Игорь Иванович. Да, считаете, хватит ли на всех вашей вредности? Да не, у меня приказ от начальства провести перепись населения. Перепись у нас есть. А только населению она зачем, а? Шарик, перепись населения – это когда считают, сколько людей у нас в деревне живет. Ну и животных тоже. О! Маргарита Егоровна, несравненная женщина, одна штука. Так, ребенок, одна штука. А эту вашу тыру-пыру как записать? Табахтама. Это имя ейное. А что за животное-то? Она у нас в хозяйстве полезная, так что кошкой записывайте. А чего сразу кошкой? Она на белку больше похожа. Так кошкой или белкой? Вид у животного должен быть один. Если до завтра не решите, я ее выселю. За что это, дядя Печкин? Неопознанный объект, потому что. Без прописки, к тому же. По инструкции не положено. А я говорю, белка. А я говорю, кошка. Что вы так кипятитесь? Тут же все ясно. Беспородная ваша тама-тама. Ошибаетесь, Маргарита Егоровна. У нас в семье все породу имеют. Давайте генетический тест сделаем. Тогда и узнаем, кто такая наша тама-тама. Говорят, для теста ученым достаточно прядки волос. Отправлю в лабораторию и тут же вернусь. Тама, Тама! Пойдем, докажем всем, что ты белка.
Ну, вылитая белка. Хочешь орешек? О как! А теперь покажи, как ты ловко забираешься на дерево. Что? Просто очень сообразительная белка. Идем, Тама-Тама, покажем этому балбесу-шарику, какая из тебя отличная кошка получится. Какая-то кошка. Я же говорила, беспородная. У меня не только слух хороший, но и глаз зоркий. Маргарита Егоровна, у вас подгорает. Ой! Здрасте, соседи! Тут вам из лаборатории написали. Надеюсь, анализы хорошие. А! Нападение! Вот кого в лаборатории проверить надо! Это что же получается? Наша Тама-Тама от всех этих зверей произошла? Нельзя это Печкину показывать. Ну что, выяснили, что за зверь ваша тыра-пыра? Тама-Тама. Дядя Печкин, записывайте так. Простоквашинский зверек. Это что за зверь такой? Какой породы? А эта порода особенная. Вы такой больше нигде не найдете. Потому как наша она простоквашинская. Да хоть тушкан заполярный. По инструкции строчка должна быть заполнена. Бывайте! Говорил я тебе, Матроскин, что она белка. Но и кошка тоже. Тама-Тама! Стивен Колли. Как стать эффективным блогером. Глава первая. Сначала напишите то, что нужно написать в начале. В конце напишите то, что обычно пишут в конце. А уже в середине напишите то, что положено писать в середине. Конец главы. Гениально! Ты чё, Матроскин? Я тут к успеху шел. Да никуда ты не шел, ты уже 2 недели на кровати валяешься. Это первую неделю я просто так валялся. А теперь лежу эффективно, расту как блогер. Ну да, как лентяй ты растешь. Ну, пойду пробегусь. То он лежит, чтобы ничего не делать, то он бежит, чтобы ничего не делать. Эх, Шарик, тебе бы книгу послушать о том, как себе нормальное занятие найти. Или уж книгу о том, как найти нормальную книгу. Я вот книги не люблю. Они, когда в посылках, тяжелые очень. Лучше онлайн. Сейчас все онлайн. Даже мне указание от начальства пришло почаще кнопки жать. Ну, я как эффективный блогер, кажется, готов. Ну, наконец-то. Одумался. Готов написать свой первый идеальный пост. А вам, товарищ Печкин, в интернет по возрасту ходить не положено. Чего? Мой возраст – тема деликатная. Попрошу ее не касаться. В целом, повежливей быть. А вы чего приезжали-то? Велосипединг. Сердечную мышцу тренирую.
наплечных лампочек. Дядь Федор, ты не мог бы мне рабочее место уступить, а? А тебе зачем? Я, дядь Федор, идеальный пост сейчас писать буду. Главное придумать, что написать в начале. Обычно людям нравится признание в чем-то. Ну или жалобы на что-то. А больше всего люди котиков любят. Точно! Признаюсь, как я Матроскина не люблю. Тут и признание, и жалоба, и котик. Не хочется выносить ссор из избы, но один котик слишком много о себе думает. Что? Шарик, может, лучше с глазу на глаз ваши дела с Матроскиным обсудить? А то набегут в комментариях всякие. Я пес публичный. Кого мне бояться? Шарик! А? Что? Давно я так? Неделю уже. Ага. Мне тут какой-то человек нехороший по почте электронные заказные письма шлет. С гадостями. Не судите по себе. Выучите сначала грамоту. С такой физиономией я бы на котиков не сильно обижался. Шарик, даже самым эффективным блогером лучше иногда эффективно промолчать. Вот-вот. А я не такой. На свою физиономию посмотрите. Или нет, лучше так. Я бежал за вами 3 километра, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Лол, тек, чебурек, как говорится. Чего это с ним? Написал свой лучший пост. Паутина засосала всемирная. Второй день с каким-то хейтером разговаривает. Еще одно слово и забаню. Я все сказал. Не переживай ты, Шарик. Это же просто хейтер. Ну, можно хоть один комментарий? Ну, какой я эффективный блогер, если не отвечу? Шарик, хейтеров кормить нельзя. Чем больше ты с ними говоришь, тем тебе же хуже. А я вот так не думаю. Пустите Шарика в интернет. Там без его особого мнения, ну, никак нельзя. Да. Сидеть! Я тебе, Шарик, с другими ругаться не позволю. Я с тобой сам ругаться буду. Нет, ну наверняка же там сидит какой-нибудь вредный старикашка. А чего это сразу старикашка? Я, может, только жить начинаю. Онлайн выхожу. Ой! Ой! Так, давайте спокойно во всем разбираться и чай пить. Простите, я хоть человек и зрелый, но пока не во всем разобрался. Надо нам помогать друг другу как-то, по-соседски. И вы мне, товарищ Печкин, простите про возраст. Интернет запрещать никому нельзя. Я вот одного понять не могу. Чего там в интернете делать-то, кроме как электронные заказные письма через сайт почты отправлять? Ну как чего? Ну можно еду фотографировать. Или селфи запилить. Не-не-не-не, пилить я не буду. И так радикулит замучил. А поесть я люблю, в гостях особенно. Ты зачем, Шарик, красные яблоки к зеленым кладешь? Рассортируй. Матроскин, а ты сам-то чего урожай не собираешь, а? У нас, Шарик, разделение труда. Ты руками работаешь, а я головой. Думаю, куда яблоки девать, чтобы не пропали. А еще сыр. А при чем тут сыр, Матроскин? А при том, что я свой сыр на фестиваль отправлю. Нужно ему название придумать.
удачное. Я знаю такое. Аванс. И что же в нем удачного? Я, когда сам по себе жил, дружил с рабочими. У них как аванс, так они меня колбасой угощали. Эх, Шарик, ничего тебя, кроме колбасы, не волнует. Здравствуйте. Здравствуй, Матроскин. Папа в ваших яблоках сыр нашел. Червяки в яблоках попадались было, но чтобы сыр... Это я его специально вам положил на пробу. Но в фестивале сыра участвую. Уже и название придумал. Мяуздам. Я тебе, Матроскин, за этот сыр сам готов медаль дать. Во, такую. Что? Яблок, кстати, больше не присылайте. А то у нас не квартира, а фруктовая база какая-то. Дядя Федор, тебе на пробу. Да отстань ты, дядя Федор, со своими яблоками. Не видишь, читает человек. Ну вот, еще одно ведро пристроил. Зря ты, Шарик, яблоки не ешь. Была бы от тебя хоть какая-то польза. Да от меня знаешь, сколько пользы. Я твои яблоки в два счета пристрою. Ну да, пристроит он. Тебя бы самого пристроить. А вот и мы. Мама! Ура! Дегустаторы наши приехали! Сегодня у нас сплошное разнообразие. Яблоки печеные, яблоки тушеные, компот яблочный, яблочный салат. И тут яблоки. А сыра разве нет? Обижаете! Какой-то этот мяуздам не такой. Без изюминки. Вот тот из посылки особенный был. И куда же моя изюминка делась? Может, не досолил? Все перепробовал. Дегустация сыра Мяуздам объявляется открытой. Ну как? Есть в сыре изюминка? Нет в нем никакого изюма. Сыр как сыр. На российский похож. Все-таки в город? Вы нам какой-то другой сыр присылали. Все пропало. О, нет. Ничего не пропало. Мяуздам наш очень вкусный. Давайте его сами на фестиваль отправим. Тама, тама. Непорядок. В такой посылке он у вас из шара в лепешку превратится. Наполнитель нужен. О! Ну как? Теперь в самый раз. Есть кто дома? Вам посылка с фестиваля сыра. Несите ее обратно. Не отправлял я свой сыр. Вы меня и дальше на дегустации приглашайте. Очень я в них силен. Адрес наш. Давайте посмотрим. Ого! Матроскин, смотри! Приз за самый тонкий аромат – сыр Мяуздам. Не зря мы его сами на фестиваль отправили. Вот так вот. А я в посылку еще и ведро яблок пристроил, чтоб сыр твой по дороге не развалился. Яблоки! Вот она, изюминка! Да.
все яблоки тащим в погреб. Я там сыр ароматизировать буду. Хоть ты, Матроскин, во мне и сомневался. Яблок больше нет. Я все пристроил. Моя изюминка! Вот она. Аккуратно, Шарик. Поломаешь тачку, вычту из премии. Не боись, Матроскин. Она же на гарантии. Она-то да, Шарик. А вот у тебя гарантийный срок, похоже, закончился. А чего я сделал-то? Мусор выбросил. Это не мусор, Шарик. Это такая полезная штука. Ею можно и печь растопить, и от дождя укрыться. Ребят, а что это у вас Гаврюша жует? Гаврюша, фу! Фу! Брось! Плюнь! Ну, плюнь, Гаврюша! Ой, поверь мне, Шарик, все это нам еще пригодится. Соседи, вот я смотрю, носитесь, будто у вас олимпиада. Дай, думаю, подойду, поболею. Ого! А это тут, что это у вас? А это я тут разные полезные вещи собираю. Коллекция моя, ясно вам? Конечно, ясно. Экологическая катастрофа собственной персоной. Прям Эверест. Ну, только мусорный. Эви что? Это я аллегорию применил. Большая свалка, то есть. В общем, граждане млекопитающие, будем ферму закрывать. Антисанитария! Никуда не уходите, я за бланком. Вот что, Шарик, надо все это взять и в лес вывести. В лесу друзья мои живут. Они ко мне, значит, со всей душой, а я им: знаете, товарищи, картон, пожуйте. Не согласны я. Это временно, Тунберг хвостатый. Мы потом все обратно привезем. Мама? В связи с несанкционированной свалкой, заведая число, заведая подпись. Опа! Здрасте, Мартовский. А где это? Куча, извиняюсь, вонючая. А нету, Игорь Иванович. Была, да сплыла. В город отправил я свою коллекцию на выставку полезных штук. Как сплыла? Речные перевозки закрылись. Бобы шалят. Да вот она. Куда? Вера Павловна, тормози! Так, водитель не пристегнут. Раз. Без шлема. Два. О! А это что еще за мерзость? Говоришь, коллекция в город сплыла. Видишь, Матроскин, не приживается мусор в лесу. А ну-ка, ведите меня на место преступления. Да, парусность подвела. И ветер не учел. Значит, ферма закрыта до устранения, так сказать, экологического бедствия. Ну и штраф, само собой. Ой, ферму нам закрыли, убыль. Штраф нам выписали, снова убыль. А не заплатим штраф, не откроют ферму. Круг замкнулся. Я банкрот. Ты, Матроскин, сам виноват. А я тебе говорил, надо было давным-давно все это выбросить. Эх, Шарик, зачем напоминать мне о прошлом, если у меня нет будущего? Нужно весь мусор в переработку сдать. Из него на заводе новые вещи сделают. А тебе, Матроскин, деньги даже заплатят. Ура, дядя Федор! Заживем, как прежде! Ты же серьезно про деньги? Thank you.
Вы чего это вашу антисанитарию прям к парадному входу паркуете? Дядя Печкин, это мы вторсырье сдать хотим. На переработку. Чудненько. Приходите после обеда. Я как раз с 3 часов буду приемщиком числиться. А ну, принимай вторсырье, бюрократ. У меня коровки не доены, стойла не чищены. У меня Гаврюша не выгулен. Не кипятитесь, гражданин. Вы и так уже нарушитель. Давайте, что там у вас? На весы. Так, 160 минус 17 плюс 32 за металл. Итого получается 1200 рублей, которые идут в счет уплаты штрафа, выписанного гражданину Матроскину ранее. Прошлый мусор на оплату штрафа ушел, а этот уже в прибыль прилетел. Не слушается тебя твое племя. Эх, не просто это шарик к новому-то приучать. Я там за мостом пастбище приглядел. Они рогами уперлись, но хоть трактором их тащи. Я, конечно, в твоих делах мало понимаю. Но надо, чтобы они сами захотели. Да много ты понимаешь, животновод. Хотя... Ну и важный ты, Матроскин. Хочется к тебе на «вы» обращаться. Сейчас не об этом, дядя Федор. Я речь репетирую. Впрочем, не возражаю, можно и на «вы». Дети, слушайте внимательно. Тама-тама. Тама-тама. Находятся новые заливные луга с травой, покрытой прозрачной, как слеза, росой. Вместо сухого сена свежая осока. Вам нужно лишь довериться мне, и наши надои взлетят до небес. Учись мечтать, корова! Где новое пастбище? Тама, Тама! Вот! Заливные луга, прозрачная слеза. Не слишком ли сложно для коров, Матроскин? Все отлично, дядя Федор. Главное – это уверенность и правильная подача. И минуточку внимания! Тама-тама находятся новые заливные луга с травой, покрытой прозрачной, как слеза. Из сухого сена свежая сока. Вам нужно лишь... Ай! Надой! Я! Свежая! Корова! Уважаемый, вы своими работами нашим надоем мешаете. Не могли бы вы потише осину быть? Нет, это мое призвание. Пока я бобер, я буду грызть. Ну а что вы от меня хотите? Я почтальон, а не управдом. Шумно вам там? Беруши берите. А тут у меня тишина, значит порядок. Вы же главный здесь. Вас все остерегаются, особенно когда счета за электричество приносите. Ну, повлияйте. Ладно, придумаем что-нибудь. Я, как человек влиятельный, могу и повлиять. Я извиняюсь, вы почему шум производите? Часу до 3 время тишины, а после 8 и на выходных не работаем. Вот что с вами такими делать, когда законы знаете? Но раз есть жалоба, то нужна разъяснительная беседа. Разъясняйте. Я, как уполномоченный, уполномочен сообщить. Если вы чего-то делаете, то бойтесь наказания. А если вы ничего не делаете, то бойтесь наказания за бездействие. В общем, бойтесь. Понятно? Не-а. Вот и хорошо. Мне главное беседу провести.
А дальше как хотите. Чем смог, тем помог. Давай в раскачку. Раз, два, взяли. Еще раз, взяли. Ну, я сейчас этому строителю. Когда ты мешал мне работать, я молчал. Когда ты мешал Печкину мешать тебе, я молчал. Но когда ты мешаешь Гаврюше принять правильное решение, я молчать не стану. А чё скандалить-то? Мост я тут чиню. Помогли бы лучше. Так вот чего говорю, что упирался. Его дорожное покрытие не устраивало. Ой, поздравляю тебя, Шарик, я балбес. Начинаем испытание. Гаврюша, ко мне. Как бы теперь его отблагодарить? Мост починил, а значит, надой увеличил. Может, ему молока послать? Бобры не пьют молоко, Матроскин. Он тебе его обратно вернет. Так даже лучше. И отблагодарил, и молоко при мне. Ну, или извинительную речь напиши. И как-то я сам не догадался. Начну я, пожалуй, так. Сила кота определяется не усами, лапами и хвостом, а умением признавать свои ошибки. Так вот, я всегда прав. Ну как? Знаешь, Матроскин, я б на твоем месте еще над речью поработал. Тама. Тама? Это что такое? Ну-ка быстро верните ребенка на землю. Да! Ой! Как это остановить? А еще лучше сломать. Сейчас я его усилю. Прогрессивная вы все-таки женщина, Маргарита Егоровна. Экстремальным спортом увлекаетесь. Я вот тоже по молодости о мотоцикле мечтал. О, так, штуковину эту разобрать. Нет! А во что тогда Вера Павловна играть будет? Мальчик мой, вся жизнь игра. Вот вы сегодня играете в кашу и дневной сон, а я в тишину, покой и арт-терапию. А Вера Павловна играет в «Нарисуй свою мечту». И нарисованное у нее непременно сбудется. И вот еще, где есть мотоцикл, нет меня. У нас на почте такие детали пользу принесли бы. Ими клумбу можно украсить. А у нас теперь ржаветь будут из-за Мегеровны. Да. О! Я вот дама. Дядя Печкин, а давайте мы вам мотоцикл сделаем. А что? Бывает почта морская, бывает авиационная, а у нас мотопочта будет. Быстро лежал!
Григорьевна, позвольте увести вас в закат. Да сгиньте вы, Игорь Иванович. Ой, что это Мегеровны с утра не видать? Никто бутерброд изо рта не вытаскивает. Она вон цветочки за сараем рисует. Нервы успокаивает. Маргарита Егоровна, вам доставка мотопочты. Ой, дожить бы до выходных. Наша почта 7 дней в неделю работает. Распишитесь, пожалуйста. Да я отказываюсь от услуг такой почты. А я приветствую услуги такой почты. Примите посылку, товарищ Печкин. Ну, скорее возвращайтесь и катайтесь здесь туда-сюда. Не может почта бесцельно туда-сюда кататься. Я дома. Их устами младенца глаголит истина. Берите новую высоту. Ой. Все, меня хватит. Давай, дядя Федор, еще чуть-чуть осталось. Маргарита Егоровна, вверх тамашками. Или... Ай, я! От вашего мотоцикла вся жизнь кверх тормашками. Но теперь все снова по-старому будет. По-старому? Это хорошо. От этой мотоскорости я совсем голову потерял. Такой темп нашей почте противопоказан. Игорь Иванович, пойдемте выпьем за это чаю. А детальки собрать, да сделать из них что-нибудь полезное. Какая теперь тишина в Простоквашино, целебная. Того-того. Кто там? Здрасте вам! Здрасте вам! Опа! Ара! Ой! Джока-джока! Ой, какое совпадение. Я как раз прошла ускоренный курс подготовки по физической культуре. Угу. Я не только Феденьку. Я здесь всех подготовлю. Все на построение! В одну шеренгу становись! Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Начинаем тренировку. 5 кругов вокруг двора. Да, кажется, няня у нас того. С физкульт-приветом. А я слышал, с такими лучше не спорить. Так, что там дальше по плану? Здоровый завтрак. Жуйте как следует. Раз, два. Раз, два.
Надоела эта каша. Когда уж что-нибудь другое на завтрак будет? Каша – самая полезная еда для спортсменов. Так в моем методическом пособии написано. Ну еще разок, дядька, давай. Так чемпионами мы не станем. Будем учиться преодолевать препятствия. На Олимпиаде все через козла прыгают, а мы будем прыгать, о, через этого, с рогами. Для собак, кстати, тоже Олимпиады проходят. Я вот сейчас с вами подготовлюсь, а потом как поеду медаль получать. Ну-ка, разойдись! И как теперь тренироваться? Эх, и все бы ему развлекаться, как будто дел никаких нет. Куда это вы мою корову повели? Нам для тренировки спортивный снаряд нужен. Козел. И это кто тут козел? Коровка моя? Благородное животное? Ай! Да, с таким настроением в Олимпиаде не победишь. А козел, между прочим, снаряд спортивный. Козел, конечно, снаряд спортивный, но при чем тут мои коровы? О, утомилась я. Ой, еще обед полезный готовить. Ой-ой. А что, удобно? Алло, мне срочно нужна пицца. Это что тут у вас? Праздник какой-то? Это вы хорошо придумали плакатами все украсить. А вы чего хотели-то? Так я пиццу привез. Вы ж заказывали. Теперь наша почта и еду доставляет. В деревне почтальон и чтец, и жнец, и за едой гонец. И все на одну зарплату. А я и не знал, что пицца это полезно. Так в моем методическом журнале написано. Пишите такое. Ой-ой. Исключить мучное, сладкое и жареное. Стоп! Везите свою пиццу обратно. Возврат продуктов данного ассортимента невозможен. Ой, ладно, приму удар на себя. А вам вот. Опять каша? Да за что нам такая жизнь собачья? Чего это сразу собачья? Человеческая жизнь, школьная. Детей специально для Олимпиады дрессируют, а потом за это медали дают. Не дрессируют, а тренируют. Но на одной каше мы долго не протянем. А долго и не надо. Олимпиада уже послезавтра. Проверить подготовку в условиях близких к... О, отличное место для того, чтобы проверить готовность к Олимпиаде. Итак, наступил момент, которого мы так долго ждали. Сегодня мы узнаем, насколько плодотворными были наши тренировки. Это что за Форт Боярд вы здесь устроили? Это мы к Олимпиаде готовимся. Сейчас Феденька продемонстрирует свои достижения. Это все, конечно, замечательно. Но Олимпиада будет по теории физкультуры. Как? Письменно. Чего? Подрал с кем? С кем ты подрал? Да пожалуйста. Так, почему не в душе? Я для вас с Шариком специальный шампунь купила. От Блох. Окрашивающий. Это же мой. Вот именно, Маргарита Егоровна. Потому что неправильно это котов шампунем мыть. Уйди!
Да, Матроскин, здорово ты посидел. Хм, а я вот сегодня ни минуты не сидел. Не то, что некоторые. Ой, Шарик, не до тебя сейчас. У меня из-за этого шампуня все полоски пропали. Подумаешь, полоски. У меня вон шерсть каждый год линяет. И то я не скулю. Тебе не понять. Меня потому и прозвали Матроскиным, что я полосатый был. А теперь... Кто я теперь? Он еще жалуется. Да о таком цвете каждая артистка мечтает. А мне чем мыться, если ты весь шампунь на себя извел? Придется идти за новым. Мурка! Коробка моя! Ну куда? Куда ты? Дай! Все пропало! Коровки мои меня не узнают! Да ладно, Матроскин, может, все еще не так плохо? Вот именно, дядя Федор, все еще хуже! Я не просто полоски потерял, я самого себя потерял! Таба-таба! Говорила мне мама, не ешь просроченные сосиски, сынок. Вот теперь и мерещится всякая гадость. Вот не пойму я, чего он так убивается. Если б я вдруг белым стал, так я бы об этом в своем блоге рассказал. А давай мы в твоем блоге про Матроскина расскажем. О! Слышь, Матроскин, тут подписчики просят тебя в прямом эфире показать. В каком эфире? Здрасте. Здрасте всем. Вот он, наш Матроскин, который поблеблел, то есть побелел. Матроскин, смотри, твоя фотография всем нравится. А еще тут пишут, что теперь тебя можно называть Снежком. Или Творожком. Маргарита Егоровна, какая приятная встреча! Тетя Полосатого давно не видно. Можно я пока его корову возьму? А то мне большую партию посылок развести нужно. Да хоть всех забирайте, Игорь Иванович. Ну-ка, иди сюда. Гуля-гуля-гуля. Это кто еще? Ну-ка, брысь отсюда! Матроскин я, и я своих коровок в обиду не дам. Батюшка, да вы без полосок, как письмо, без адреса. А коровы ваши по всему Простоквашино шастают. Не по инструкции это. Мои коровки, товарищ Печки, могут гулять там, где им вздумается. Понятно вам? Понятно? А чё ж тут не понять-то? То-то же. О, по-матроски. Как ты его? По-матроскински. Узнала! Мурка моя меня узнала! Это потому, что я снаружи белый, а внутри полосатый! Ура! Полосочки мои вернулись! Ла-л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 а-
Так, я не поняла. Так это подписчики захотели.
Таки ты шарик обалдуй. Кто вместо обычной капусты зайчью капусту садит, а? Обычный. Обычную в магазине купить можно. А зайцам где капусту брать, а? В лесу. В лесу только летом еды много. А я на зиму продовольственный запас для них готовлю. Понял? Я и говорю, обалдуй. Зайцы зимой в спячку впадают. Это медведи зимой в спячку впадают, а зайцы шерсть меняют. А я так нашего зоозащитника экзаменую. На экзаменах правильные вопросы задают. Например, вот зачем я к вам приехал? Зачем? Обеспечил доставку. Женский журнал «Охотница». Но я вам его все равно не отдам. Маргарита Егоровна... Не входи! Убьет! Ай! Батюшка! Ой. Какой сегодня день? Согласно квитанции, вчера был вторник. Среда, значит. Если к вечеру не допишу, все, пропадать мне в этой глуши. Не шуметь, не мешать, лампочки не зажигать, двери закрыть. Вечером отправим бандероль. Для творческих нужд постоянных клиентов готов на сверхурочные. Творчество – это когда по велению души. А у нас все ради этого журнала. Вот, читайте, модная женская премия «Шекспирка века». И приз хороший. Переселение на родину Шекспира. Проживание в замке с привидениями. Полный пансион и грязевые ванны. Только нужно пьесу написать, как Шекспир, но при этом быть шекспиркой. Шекспира мы знаем. Его в библиотеку надо и заказывать. Ай! Ай! Был июнь, вечерело. Нет, розовело. Был розовый июнь. Если июнь, зачем розовело? Маргарита Егоровна, быть или не быть? Вот в чем вопрос. Нет больше для меня такого вопроса. Не быть мне шекспиркой века. Федя, иди делай уроки. О, дядь Федор, а ты зачем с кочергой к Мегерам не ходишь? Это я помогаю пьесу написать, чтобы она премию выиграла и приз получила. Переезд на полный пансион? Молодец, дядя Федор! Прощай, Мегеровна! Только у нее одни мятые листки, а не пьеса. А я вот что придумал. Говорю. Эй, пропадай. Еще насажаю. Что? Отдай, отдай. Или не доить? Вот в чем вопрос. Но чтобы доить, надо кормить. А все луга и огород у зайцев в разграблении. А зайцы кто? Что пользы в них? Одно лишь шумовство и погрызение. Пусть нету в зайцах молока, зато быстры и грациозны. Свой хлеб едят за даром. А то и вовсе грабежом живут. Но в марте не орут и в доме не линяют. К тому ж мышей не обижают. Не рифму подобрать уж не досуг. Ты, шарик, просто обалдуй. Ох, как с тобой я кровь делил, Матроскин бессердечный. Вести с тобой беседу недостойно. Поэтому к тебе сейчас я обращу свой хвост. А вот тебе мой хвост. Ой-ой. На.
Нет повести печальнее на свете, чем ссора в простоквашинском дуэте. Здрасте, Маргарита Егоровна. Первое место. Почитайте нам, Маргарита, то есть Шекспирка Егоровна. Был вечер. Полосатый незнакомец поднялся перед ней и воскликнул: «Доить или не доить?» Графиня побледнела. Вот это литература, я понимаю. А мы вам подарок приготовили. И вы только швейную машинку мою не забудьте оставить. Вы теперь Шекспирка. Вас ждут в замке с грязевыми ваннами. Некогда мне по замкам мотаться. Я новый роман начала. «Сон в летнюю, зимнюю». О, «Сон в демисезонную ночь».